сколько времени прошло, а я все еще в этой одежде, все еще дома, не выходил. И да, действительно, никакой не кликбейт. Недавно я начал осознавать, что буквально там 2-3 месяца назад, что я влюблен, хотя это даже нельзя ни в коем разе, в свою соседку. Знакомство с ней как произошло? Это было лет 5 назад. Значит, она на меня начала гнать, что я не закрываю дверь. У нас две двери при входе в жилой комплекс. Я не закрывал вторую дверь. И она что-то буркнула своему сыну про меня, что вот такой вот, не будь таким. А когда она вышла на своем этаже, я ее обозвал. Разумеется, громко, что все услышали, то ли стерва, то ли что-то в этом роде, я сказал. Она на 5-м, я на 10-м этаже. Значит, потом мне вообще на нее было насрать, но я просто так примерно, когда встречал, примерно, ну да, красивая тетка, и что дальше. И начал я замечать недавно, что она со мной здоровается все время. А я как бы ее особо не замечаю, иногда здороваюсь, иногда не здороваюсь. А она со мной все время здоровается. Это как бы такая микрореакция с ее стороны, да? С моей стороны ничего не было вначале. Как бы я на нее не обижаюсь, просто сволочью назвал и все. Потом я даже забыл, как она выглядит. И значит, вот мне в душу это запало, что она что-то все время здороваться стала. Она не одиночка, у нее есть муж. Ну, такой нормальный мужик, у них и достаток неплохой, если соотносительно вообще всех, кто у нас тут живет, в нашем жилом комплексе. У них два паркетника, по нынешним временам это вообще мультимиллиардеры, то есть с этими ценами, да, на европейские машины. То есть Nissan Qashqai, Qashqai-чик и RAV4 у них. Ну, не старые абсолютно. То есть муж, все это... Муж тоже видно, что, ну, как бы, бывший альфа-самец, ну, все его захомутали, он перестал таковым быть. Так что это вообще, это запретная влюбленность. Такого делать нельзя. Ну, и вот, и здоровается, и здоровается, здоровается, и здоровается, здоровается, и здоровается. И все, и началось. После этого здорования я вижу, что у нее реакция-то ко мне тоже какая-то положительная, что не просто так она стала все время со мной здороваться и все время меня видит. И причем она здоровается даже первой. Я там прохожу, смотрю в другую сторону, просто через нее, сквозь нее смотрю, она здоровается. Смотрю даже не сквозь нее, а там по бокам уже. И вот началось это осознание, что это запретная любовь, что главное, что она женщина, а не девушка, да, вот начнем с этого. Гормоны и так далее, видимо, все-таки побочки каких-то таблеток, что вроде либидо-то низкая, да, но тем не менее, а почему-то в какую-то тетку, ну она действительно очень красивая, да. Но есть такая даже заповедь у нас, ребят, что не пожелай ничего ближнего твоего, там, ни жены, ни скота и так далее. То есть нельзя ни в коем разе. Одно дело, если бы она в разводе была. В общем, до чего дошло, я максимально, это, поскольку это запретно, блокирую себя в мозгах эту мысль, да. Часто еще так с ней видеться стал, да. И сейчас я, вчера вот, например, она со мной поздоровалась, до такой степени дошло это все, что ёпта, ребята, она мне сегодня приснилась. Все, это дурка, нахрен. Это дурка. Это человек, который ищет, сами понимаете, девушку. Все это безрезультативно. Сайт онлайн-знакомств, год офлайн знакомств. 2024 это год офлайн знакомств. Из видео буду повторять это. И вот приехали, да? Кстати, как-то раз в холле она меня пересекла там с какой-то другой теткой, подругой ее. И лифт еще не подъехал, граница была всего лишь одна дверь. Я при ней специально сказал, я же не буду прямо ей говорить. Я там одному чуваку, у которого были штаны шаровары, он из верхней Пышмы ко мне приехал, такой модный, я его похвалил за штаны, приехал видеокартами трейдиться, то есть я ему... RTX 260 Super, а он мне старую свою 1070, да, на пломбе. Я ему говорю,
смотри, как раз, говорю, смотри, какие у нас соседки красивые. Жалко только, что при мужьях все. Она, разумеется, это все услышала. Я надеюсь, но потому что я говорил обычным тоном. Это был такой мой комплимент ей через дверь специально. И через другого человека, да, в форме разговора. Что типа я как бы не при делах. Я не я, и хата не моя. Такие вот дела. Дальнейший ход действий, как это все будет. Она меня старше, ну, лет так на 12, наверное. Еще раз, повторю, при муже. Надо блокировать просто мысль, в принципе, о ней. Но опять же, это только навредит, да. В общем, я, разумеется, не собираюсь с ней никаких взаимодействий. Это просто вот какое-то такое чувство ни с того ни с сего зародилось. Да, она красивая, безумно красивая. По моему вкусу. В общем, надо будет уже избавляться от этой влюбленности. Это глупость, это абсолютная глупость. И все, и как бы забыть, как про страшный сон. И просто про эту влюбленность. Просто как, ну, здороваюсь и здороваюсь. Вообще надо отсюда побыстрее уже съезжать, а то, ну, голова задымится точно. Вот Александр Кузьмин на связи. Жду, как бы, наверное, ваших. Если вам есть что сказать, то говорите. Если вам нечего сказать, то не надо ничего говорить. Не забывайте подписываться на канал, если вы не подписаны. Потому что, ну, как бы, нам надо нагнать в этом году с вами хотя бы полторашка, чтобы было. Ладно, все, пока.